74 тысячи стендов будут работать на самой крупной торговой выставке в КНР в этом году. 136-я китайская ярмарка импортных и экспортных товаров объединит представителей почти 30 тысяч предприятий. На выставку уже прибывают первые грузы. К примеру, контейнеры с бытовой техникой из Египта. Для экспонентов ярмарки таможня Гуанчжоу запустила зеленый коридор. Мы организовали специальное окно таможенного оформления. Оно работает круглосуточно. Наш отдел совместно с подразделениями портовой инспекции и портовыми компаниями обеспечивает удобство всех процессов – транспортировки, таможенного оформления, разгрузки и транзита. Площадь выставки импортных товаров составит 30 тысяч квадратных метров. Ярмарка будет открыта для посетителей с 15 октября по 4 ноября.